расслабляем на ширине плеч, можно чуть-чуть шире. Руки у нас делают следующее. Кисти проворачиваем наверх в голове, снова проворачиваем вниз, снова проворачиваем, одна рука уходит за спину, вторая отдает честь. То есть та-та-та. На акцент по тексту, я потом подскажу какой, у нас идет небольшое движение головой в правую сторону. Пам. Значит, 8 мы подпрыгиваем. И на раз бьем левой ногой в сторону. Раз. То есть из этого положения мы делаем 8 раз. Дальше выкинув левую ногу в сторону, мы подставляем ее назад. Отставляем правую сторону. И через правую сторону уходим в плечо. Немножко присаживаемся вниз. И то у нас с ногами получается 5, 6, 7, 8. И раз, два и три, четыре. Руки. Во время прыжка левая рука у нас находится перед корпусом, правая сверху, держит нас типа за голову. И во время прыжка мы правой рукой голову наклоняем к плечу, левая рука движется по грудной клетке. То есть 7-8 раз. Как только мы спрыгнули, руки идут вниз вместе с рукой, у кого-то в крест, у кого-то просто вниз. И когда оставляем правую ногу в сторону, руки идут в кулаки, собранные перед грудью. И дальше мы раскидываем их в стороны, и корпус рисует дугу. Пум! Сюда вниз. Руки остаются внизу. Дальше мы с правой ноги, правая нога сначала поднимается в воздух, и мы на нее наступаем. Наступая на нее, мы разворачиваем колено на зрителя, возвращаем обратно и снова разворачиваем колено на зрителя. Руки в этот момент будут снизу на себя два раза дергаться. Такое дергающее движение к себе. То есть с этого положения нога подлетела, руки были внизу. Та-та. Два раза. Дальше переносим вместо правую ногу. Руки поднимаем над головой. И левой делаем. Пам. Удар. Пам. Выбиваем ногу вперед. Еще раз отсюда. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Остались в этом положении. На раз. Руки у нас, когда мы выбрасываем ногу, у нас руки уже уходят вниз. Здесь они будут вверху. Начинаем выбрасывать ноги, руки уходят вниз и отсюда. Пам. Вымахиваем следующее положение. Правая уходит в сторону. У кого-то левая бьет сюда, у кого-то левая бьет больше вверх. Поэтому смотрите сами за основу, как вы тебе запотаете. Пам. Выбежали. Правая нога у нас поднята наверх. Дальше опять руки у нас внизу сходятся ладонь на ладонь. Правую ногу мы выбрасываем вперед, с тобой на зрителя. Садимся в плие, раскрываем руки, поднимаем наверх, собранные также крест. И бьем тазу. Пам, этим ударом. Отсюда переносим вес на правую ногу. Девочки, пока руки заводят вот в такое положение. Солистка опускает одну руку вниз, вторую заводит сюда. Либо вот такое положение, либо вот такое положение. Отсюда переносим вес на левую сторону, на левую ногу. Левая рука оказывается сверху в крест. И отсюда руки разводим в стороны. Вот в таком положении, немножечко в наклоне. И вес возвращается на правую ногу, левую медленно подтягиваем к себе. Еще раз, были здесь. Так. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. Чуть-чуть быстрее. Ра-та-та. Та-и-та. И-та-та-та. Отсюда на счет раз мы один счет пропускаем. На два откружили, поднимаем левую ногу. Пам. Руки выставляем в форме пистолета. Левой поддерживая правую. Кто-то держит руку сверху, кто-то поддерживает снизу, кто-то поддерживает сбоку, это тоже не сильно принципиально. И с этого толчка мы шагаем назад на левую и назад на правую. В некоторых перестроениях шагают вперед. Вы можете опять же поменять это движение. Пам, пам. Соединим весь этот фрагмент
от начала до конца. Вверх, вниз, пам, акцент. 8, раз, и 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8. Раз, 2, и 3, и 4, 5, 6, 7, 8. Следующая часть. Из этого положения руки у нас идут на бедра. Мы шагаем с левой ноги вперед, опускаемся в плие. На пятку ставим левую ногу, она у нас раскрывается наружу, возвращается на исходную. Вместе с этим работает голова. Так-так. Дальше мы начинаем действовать с правой ногой. Мы ставим рядом с левой и чуть-чуть диагонально вперед. Это движение сопровождается движением плечами. То есть плечо набрасывается, И немножко колени раскрываются. Так-так. Угу. Итого, мы здесь 7, 8, раз, и 2, 3, 4. Дальше мы под танца идет теперь шаг на правую, так, и повторяется движение с пяткой и головой, так-так. После чего они поднимаются, правая рука перед собой зафиксирована, левая нога выводится вперед, и меняются руки, левая нога выводится назад. То есть еще раз, этот кусок под танца. Раз, и 2, 3, 4, 5, и 6, 7, 8. Сама солистка делает небольшие изменения. Она делает сначала так же. Раз, и 2, 3, 4. Дальше она выставляет правую вперед, выводит руку и делает так-так. То есть она ладонью как бы руководит этим движением головы у своего потанца. Пам-пам. Руку тянет к себе, делает один проворот и присоединяется к этому же движению. Далее, отсюда. Мы начинаем бежать на левую ногу. Сначала разберем только ноги. Так. Переносим вес обратно. Наступаем снова на левую. Правой ногой делаем в воздухе петлю. Наступаем на нее. Пам. И выставляем левую на пятку. Еще раз. Бег на левую. Назад. Шаг. Заворот. Топ. Пятка. Чуть быстрее. 7, 8. Раз, и 2, 3, 4. Теперь руки. Когда мы бежим на левую ногу, правая рука у нас поднимается, согнутая в локте, над головой. Пам! Потом мы возвращаемся обратно на правую. В это время рука начинает опускаться, и они у нас здесь скрещиваются. Когда мы шагаем на левую ногу, как раз они идут в крест. И здесь мы делаем заворот. Когда шагаем на правую, руки уходят в левую сторону, в левую бедро, да, к левой тазовой косточке. И когда мы ставим ногу сюда, в левую на пятку, руки уходят в правую руку. И получается следующая связка. Та, 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 та. Угу. Далее, после этого движения, мы снова бежим на левую ногу, только теперь бьем двумя руками на левую. Так. Переносим вес обратно на правую. Руки через низ сюда идут. Положение. Левая выпрямлена, собрана в кулак. Правая согнута, тоже собрана в кулак. И в это движение мы выходим через небольшую волну корпусом назад. То есть бит и шаг, шаг. Шагаем тоже на левую, потом на правую, как вот в этом было движение. Еще раз сюда. Так, так. Шаг, шаг. Соберем эту часть всю вместе. Мы закончили здесь. И раз, и два, три, четыре, пять, и шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, четыре, пять, и шесть, семь, восемь. Дальше начинается часть. Ее мы делаем следующим образом. Здесь тяжело мне будет полностью по счету объяснить, поэтому лучше смотреть под музыку, запоминайте последовательность движений и пробуйте под медленную скорость их делать. Из этого положения я показываю партию солистки. Мы делаем шаг с правой ноги в сторону, на раскрытые ноги. Руки у нас уходят вот сюда, вниз собраны. И у нас начинает корпус делать круг через левое плечо. Пам! А на 3 А мы делаем этот круг, на 4 А
Вес переносим на правую ногу, задираем левую. Руки выбрасываем в сторону. Причем, обратите внимание, кисти смотрят вниз. А голова туда же. Делаем шаг на левую назад. В этот момент разворачиваем кисти, как будто держим какое-то оружие. И начинаем медленно вести на зрителя. И в это время еще дышим. Там четко набит, есть дыхание. Делаем второй вдох. А-а-а. И на последний А-а-а делаем следующее. Сначала чуть приседаем, сгибаем колени. А, даем толчок. Правая нога подлетает к себе. В это время мы отворачиваемся, подтягиваем руки к себе. А-а. И на третье А мы подставляем ногу и отталкиваемся от пола, распрыгиваемся в плие на широкие ноги. А руки отсюда делают и крест, и раскрываются в сторону. Еще раз. Были здесь. Пум. А-а-а. Вдох. Выдох. А-а-а. А-а-а. Раз. На раз мы распрыгнулись на широкие ноги. И делаем следующее движение. Стопы расходятся в стороны. И, соответственно, колени тоже расходятся в стороны. Раз. Два. Три, четыре. Работайте, старайтесь работать на пятках, когда движение получится больше. Вес переносим сначала больше на правую сторону, потом на левую и два раза направо. В это время грудная клетка делает у нас круги слева направо. И руки мы держим зафиксированы в таком положении. У нас вместе с этим движением работают еще и плечи. То есть и грудь через по часовой стрелке, через левую сторону уходит вперед, и плечи тоже работают. И совмещаем эти два движения. То есть, когда мы прыгаем, пам, пошел круг грудью в левую сторону, вес на правую ногу, колени раскрылись, стопы раскрылись. В эту сторону и снова в эту, в эту. Четыре таких движения. То есть, и раз, два, три, четыре. Дальше, солистка собирает ноги, пам. It's do or die. Стреляет в двух пистолетах, отходит немножко назад, делает небольшой круг руками, пум, и на последний счет «и» нам нужно выставить правую руку, согнутую в локте, в сторону, то есть «и». На раз начинает корпус через сторону, то есть через правую сторону, рисовать кружок на исходное положение. Мы пропускаем две точки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Солистка в это время еще два раза успевает здесь качнуть головой. Потом делает точку в точку, возвращается на исходное положение. Отсюда под танец. Поворачивает руки так снова, как будто держит что-то, из чего будет стрелять. Как теперь правая грудь, левая выпрямлена. И делает шаг на правую руку, разворачиваясь лицом к центру. Дальше правую руку опускаем вниз. Левой продавливаем вдоль тела, опускаю корпус вниз. Солистка из этого положения делает то же самое движение, только смещается назад. То есть она делает раз и потом два. То есть продавливает рукой корпус, по корпусу вниз. Точно так же оказываясь в тех же самых положениях. То есть получается справа и назад в это же положение. И выдавливаем сюда. И на последний акцент it's do or die. На последний счет 8. Потанец распрыгивается на две ноги и делает do or на die и разворачивается и падает в пол, а у солистки идет с правой ноги и опускаются на правое колено, она в пол. Соберем всю вторую часть подсчета. Мы закончили пам вот здесь. Сделали два шага. Дальше пошли кружок. Да. Когда вернулись на исходное, окружили сюда. Руки смотрят ладони в пол. Повернули руки, шагнули назад. Дышим, поднимаем руку, клетку опускаем. Поднимаем, опускаем. Прыжок. Распрыгнулись. Право, влево, право, право. На две ноги. Do or. И когда дергаем пистолетами, солистка выпрыгивает вперед. И готовится к следующей части. Do or die. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошла наша часть. Пам, пам. It's do or die. Опустились вниз в пол. Соединяем всю связку. Большой с самого начала, с припева.
We're running short time, because раз и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, четыре, пять, и шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, и три, четыре, пять, шесть, семь, и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединяем по скорости 80%.